Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. В этом видео я покажу, как приготовить низкалорийный рулет, состоящий из воздушного ароматного клубничного бисквита, творожно-сливочного крема и начинки из свежей клубники. Приготовим бисквит. Белки отделите от желтков. Желткам добавить подсластитель, клубнику. Можно использовать как свежую, так и размороженную. Сыпать муку с разрыхлителем и тщательно все измельчить блендером до однородного состояния. Для более яркого цвета можно добавить несколько капель розового красителя. Белки взбить щепоткой соли до устойчивых пиков. Два захода аккуратными движениями снизу вверх. Ввести белки в тесто. Оно должно получиться воздушным, насыщенным пузырьками воздуха. Противень застелить пергаментом, силиконовым покрытием или силиконовым ковриком. Вылить тесто, распределить в форме прямоугольника со сторонами 25 на 29 см. Выпекать заранее разогретый до 165 градусов духовки в режиме вверх-вниз 10 минут до сухой зубочистки. Горячий бисквит перевернуть на доску и снять пергамент. Приготовим крем. В миску поместить творожный сыр, мягкий творог и подсластитель. Тщательно размять лопаткой. Для загущения крема я добавила немного ксантановой камеди, но можно не добавлять, либо взять в равном количестве творожный сыр и мягкий творог. Для пропитки смешать кипяток и подсластитель, остудить, затем нанести на бисквит. Равномерным слоем смазать бисквит кремом. Сверху распределить кусочки свежей клубники. Свернуть бисквит плотно в рулет. Замотать пищевую пленку и брать в холодильник на ночь. По желанию украсить рулет растопленным шоколадом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий и делитесь рецептом с друзьями. Всем пока!